25 ноября в Большом зале Ленинского мемориала в рамках закрытия фестиваля музыки «Осенние гастроли» выступил камерный оркестр Игоря Лермана из Набережных Челнов. В этом году одному из лучших музыкальных коллективов России исполнилось 30 лет. Репертуар оркестра обширен. И потом у нас репертуар, я могу вам сказать, один из самых таких объемных и содержательных, потому что мы не только сыграли весь существующий, ну, практически весь существующий репертуар для камерного оркестра, а в наш репертуар входит огромное количество транскрипций и обработок, которые я сделал для камерного оркестра. В Ульяновске камерный оркестр исполнил программу «Времена года», куда вошли произведения в транскрипции Игоря Лермана. Знакомые мелодии в его обработке обретают особый колорит. В качестве солиста выступил заслуженный артист Республики Татарстан Денис Сатаров. Игорь Лерман занимался с ним с детских лет, открыл ему путь в большую музыку. После окончания Московской государственной консерватории Денис продолжил работать в оркестре, имеет ряд сольных программ. С камерным оркестром в этот вечер солировал на трубе и Сергей Накаряков, лауреат международных конкурсов, один из самых востребованных музыкантов мира. Его еще называют «Паганини трубы». Кроме произведений, специально написанных для трубы и флюгергорна, он исполняет пьесы и целые концерты, написанные для скрипки, фагота, гобоя, фортепиано, валторны, виолончели. В программе также прозвучали произведения Гайдна, Сен-Санса, Маньянти, Пьяццолла и других композиторов-классиков. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.